Полпред президента ВДВФО поручил Росприроднадзору и властям Приморского края в ближайшее время проверить чистоту акватории бухты «Золотой Рог». Юрий Трутнев поручил в ближайшее время проверить информацию и в случае подтверждения фактов загрязнения акватории принять меры для оперативного реагирования. Контроль над ситуацией возложен на аппарат полпреда. По мнению Юрия Трутнева, необходимо, чтобы каждый случай сброса сточных вод, попадания мусора или грязи в бухту фиксировался, принимались необходимые меры для устранения загрязнений, а владельцы судов, нарушившие технологии работы с водами, должны будут наказываться самым принципиальным образом. Ранее в соцсетях и местных СМИ появились фотографии, на которых видно нефтяные пленки на воде у нескольких причалов в городе и плавающий в воде мусор. Подобные проблемы возникали ранее из-за заправки топливом заходящих в Золотой Рог судов, несовершенства канализационной системы и бытовых стоков. Через бухту Золотой Рог проходят практически все популярные туристические маршруты, а набережная является одним из излюбленных мест для прогулки горожан.